Здравствуйте, друзья! Не успели мы оглянуться, впереди еще один праздник – Старый Новый Год. 12 января в Краснодаре синоптики обещают небольшой дождь. Утром плюс 3, плюс 4, а днем, вечером и ночью столбик термометра будет колебаться между 2 и 4 градусами выше нуля. В Тихорецке с утра и до вечера дождь со снегом, а ночью, в преддверии Старого Нового года, крупными хлопьями повалит снег. Утром плюс 1, плюс 3, днем плюс 2, вечером и ночью от 0 до +1. Под ногами тихо поскрипывает снег, и в первозданной тишине вспоминаются стихи Светланы Чиколаевой. А может быть, я из другого века, где люди верят в силу доброты, и где душа и сердце человека и помыслы его всегда чисты? Возможно, я оттуда, где нет боли, где понимают смысл слова «честь», где не играют никакие роли и принимают всех, какими есть. Быть может, я совсем с другой планеты, где небо голубое, нет войны, где души ценят больше, чем монеты, и людям снятся лишь цветные сны, где у детей всегда есть папа с мамой, и теплый дом, и дружная семья. Нет слез и лжи, измены и обмана, не предают родные друзья. Я так хочу, чтобы жизнь была светлее, сияли счастьем сердце и глаза, и люди стали чуточку добрее и научились верить в чудеса. Спонсор нашей программы – строительная компания «Стройэлектросевкомонтаж». Отличные квартиры с ремонтом. Покупай, заезжай и живи. Телекомпания «Краснодар» и я, Анатолий Тычков, желаем вам счастья и радости в этом году.